В настоящее время дорожная сеть Республики Адыгея состоит из 206 километров автомобильных дорог федерального и 1400 километров регионального значения. Все населенные пункты в Адыгее соединены дорогами с твердым покрытием, а по плотности дорог мы занимаем 8 место в России. В архивах сохранилась запись, что в 1938 году решением Адыгейского областного исполнительного комитета трудящихся был организован Адыгейский областной дорожный отдел. Эту дату и принято считать днем рождения дорожной отрасли в Адыгее. В этот период дороги, как правило, существовали лишь на словах. Это были так называемые направления, кратчайшие расстояния между аулами, хуторами и станицами, которые за долгие годы и были сформированы в сеть дорог среди гор и равнин. В те годы земляное полотно возводили вручную. Орудием труда были лопаты, ломы, кирки. Открытые участки засыпали инертными породами, которые подвозили на подводах. Это был действительно очень тяжелый, можно сказать, адский труд. Мосты строили из дерева, и их обычно хватало до первого сильного паводка. При этом даже в таких условиях наши отцы и деды сделали немало. Именно они провели дороги в ранее недоступные населенные пункты. Дорожники Адыгеи более 50 лет входили в состав Краснодар-Автодора. И в том, что за короткое время были построены сотни километров дорог, возведены новые мосты, большая заслуга краснодарских дорожников, вклад которых мы всегда будем помнить. За 75 лет существования дорожной отрасли Республики Адыгея построены и реконструированы около 1400 километров автомобильных дорог общего пользования. Почти 1000 километров с асфальтобетонным покрытием. Это такие важные автомобильные дороги, как Армавир, Майкоп, Туапсе, НМ, Адгейск, Бжедухабль, Майкоп, Геогинская, Псибай, Зеленчукская, Карачаевск, Майкоп, Услабинск, Кореновск, подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от Майкопа через Гузерипль, Белореченск, Геогинская, Дружба, Красногвардейская, Уляб, Зарево и другие. Возведены железобетонные мосты через крупные реки региона – Кубань, Лаба, Белая, Курджипс, Дах, Псинафа, Фарс. А деревянные и металлические мостовые сооружения и водопропускные трубы были переустроены в железобетонные. Огромная работа по благоустройству и строительству дорог проведена в населенных пунктах Адыгеи. С восстановлением дорожного фонда объем выполняемых подрядными организациями работ увеличился, состояние дорог заметно улучшилось. В рамках федеральной целевой программы «Юг России» ведутся работы по реконструкции дороги от станицы Даховская до плато Лаганаки, первый пусковой комплекс, протяженностью 3,6 километров, со строительством мостового перехода через реку Белая длиной 162 погонных метра. Мост сегодня уже введен в эксплуатацию, а ввод всего первого пускового комплекса намечен в 2014 году. Завершается реконструкция аварийного моста длиной 161 погонный метр через реку Псикупс на автодороге НМ Адыгейск-Бжедухабль. Введена первая очередь автодороги обход города Майкопа со строительством моста через реку Белая и путепровода. Ведется реконструкция автодороги Майкоп-Услабинск-Кореновск со строительством двух транспортных развязок. Построены первая и вторая очереди дороги Гузерипль-Плата-Лаганаки. В этом году начинается проектирование третьей очереди, которая и соединит автодороги Даховская-Плата-Лаганаки и подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику от Майкопа через Гузерипль. В республике успешно действует программа совершенствования и развития региональных автомобильных дорог общего пользования на период до 2020 года. В настоящее время Федеральным дорожным агентством разрабатывается государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года за номером 1195, Республика Адыгея принимает участие в развитии туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа.
Дорожники Адыгеи смело смотрят в будущее. Дороги Адыгеи станут лучше, а наша республика краше.